Да, 10 Это, ходов. что ты здесь играешь обычно? E5. F5? Нет, E5 я играю. Боже, даже F5 лучше, чем E5 в этой позиции. Хватит. Чё ты все время унижаешь мои дебюты? Потому что ты находишь, как будто специально находишь самые тоскливые, унылые. Здесь Скажи, у хорошо. тебя такая-то цель по жизни? Зачем, о боже? А Ты не чё? видишь, что рядом все уродливо, зачем так играть? Все хорошо у меня. Не нравится моя позиция. Ты уже зевнул все только что. Ну, это вообще-то была жертва пешки, между прочим. Гениально. Видишь, он не хочет. Да, даже здесь у него большой перевес. Потому что у тебя просто, ну, как бы тебе помягче сказать. О, мой последний ход. Да. Да все у меня в порядке, что ты, ну... Нет, у тебя все омерзительно. Поехали. А что плохо-то? Ну все, ну F6, что он здесь делает вообще? Ну, F6 это... Я хотел ее пожертвовать. Так. Ты потратил 4 хода на беспонтовые ходы. Как я надвинул пешку, ты тебе не понять. То есть теперь нам нужно уйти в эндшпиль, да? У нас будет опасная проходная. Так, ну понятно. План я понял. Только Так, нам сейчас... сейчас, нам сейчас отдадут напряжение, что-то не хочет. Ладно, тогда мы Все подменяем. превентивные меры примем. Не, ну по-моему, черных уже поприятнее. Потому что F6 теперь уже никому не интересно, а вот то, что у белых король, ферзевый фланг прославлен, это проблема. Конь на D2 просто выручает. Так, твои ходы, а мой последний. Какая разница, ты его бить будешь? И я буду бить. Да, отлично. Я пойду сейчас. Уже ферзь один грозит победой. Я вообще хотел на E2 съесть. Ну, А1-то сильнее, там все падает. Он не пускает в любом случае. Ну, блин. Зачем? Что ты делаешь? Там же на А3 отвалится, если будет. Ферзь сохранять его, что бы то ни стало. А как там отвалится? Ну, королем туда подойдет просто. Поставь сюда. Да нет, Ну, да нельзя. встань. Только не меняйся, ну пожалуйста, ну пожалуйста. А зачем? Я же только сказал, что сюда нельзя ставить. Почему? Потому что ферзь G6. И что? Ладно, можно, я тебя обманул. Только ферзей не надо менять, уже обсуждали. Ты такой... Вот. И зачем это? Как, напрячь соперник? Святой. Да он сейчас вверх C5 пойдет, что за не зачем ты занес туда? Он не пойдет. Да, еще хуже. Нам нужен достойненький, нам нужен план. У нас есть план. Ферзь А4. Не знаю, в чем этот план заключается, но потом конь B5 как-то, наверное. Я знаю наш план. Да, я как-то не могу найти на 10 ходовки собраться. Они слишком плохо играют. В итоге я начинаю делать ужасные вещи. Мы должны этот... Мы Так. должны даже в 10 ходовках ставить мат на заказ. Тогда будет все нормально. Мы должны дать... Срубить флаг мы должны. Вот чем мы должны. Да мы и так срубим. Хочешь сейчас по позиции выиграть? Так, ну Ты не так. видишь, что сейчас ферзь пройдет? Что ты делаешь? А зачем нам надали пешку? Да я знаю, это же не наши проблемы. Да, сюда. Ты сюда хотел? Нет, я хотел на E7, а не... Правда, ты ходил туда. О, стоп. Я теперь вижу идею. Давай, я тоже. Ну да, это сильно. Идея очень глубокая. Идея вот это уменьшить количество. Стоп, надо заманить его на D1. Я такой на... Я сейчас такой поднял, что ты делаешь? Тасконь висел. Давай добавим. Ты все испортил. Дважды. Второй раз, когда добавил во имя. Ты ужасный человек. Партия, знаешь, чем закончится? Вот вечным шахом. Так. Куда ты его повел? Стоп, стоп, Что ты вот. делал?
Тончайше. Да, дай Нет, мне. шайбе бесполезен всегда, потому что пойдет конь Да Б3. дай мне. Давай. Смотри, ты можешь делать разные ходы, но я буду тебе давать их додела, только когда мне не нравится. Вот мне уже в ту сторону мне уже не нравится. Я хочу на Б8, Никит. Ну и ладно. Я понял, что тебя не дождешься ничего хорошего все равно. Мы сейчас его вернем. Почему у меня меньше управления, чем у тебя? Авторитарный режим. Делаешь, а? Хожу, все взял туда-сюда, ради Вот бита. ферзь Б8, мы нападали на H2. Вообще надо было... А, нет, нельзя, жаль, почти проходило. Если был бы король здесь на H7, можно было бы ферзя скинуть, Ну, потом А2 сыграть. ферзь D2 ты имеешь в виду? Да, ну, с королем на G8 он ферзь C4 в конце варианта сыграет, и мы сдадимся. Так что это не работает. Давай поэтому шаг дадим. Попробую эту идею провести все-таки. Не проходит. Ферзь один. Ужас, ужас. Сочувствую тебе. Да я уже поиграю в шахматы. Ты хочешь личный шаг дать? Но я... Придется возвращать ферзя. Ой, мы коня зевнули. А, нет, не зевнули. Нормально. Думал, c4. Ну там ферзь c4 вроде есть. Ладно. Пошли. Все, дошляпывай. Я, то есть, должен дошлепнуть. Да. Коня бей. Нет, я передумал, это плохая идея. Очень плохая. А у тебя еще автоферзя нет. Давай быстрее. А, есть. Блин, я Давай, говорит. забыл его. Давай, говорит, быстрее. Давай дальше. Давай что-нибудь так Точно, я маленькое прикол. играем. В каждой из десятиходовки, когда мне не нравится твой ход, я буду его возвращать. Нет. Все, поехали. Ладно, ладно, нормальный ход. Слон F7, почему нет? Давай камбэк сделаем. Давай. Да не, что ты делаешь? Камбэк. Да вот стоп. Да вот. Это уродливо. Отлично. Согласись, эти ходы очень усилили эту жертву. Как? Зачем? Конь G5 же было. Зачем? Слон защищен. А так мы его съедим. Ты не чувствуешь. Не чувствуешь соперник. Это даже не камбэк. Какой? Почему не камбэк? Камбэк, он на C2 Вот забьет. верни так. Чего? Он в конце варианта на C2 бьет, так что это очень даже камбэк. Ну ты бей просто этого. Все, отлично. Кого лучше? У белых, у них пешка. Давай как коняный. Камбэк не удался. Камбэк превращается в 10 ходовки. Специально я сделал самый родный выход с позиции. Да. Понятно. Я хочу двойную. C3 ферзь B3 грозит. Чего грозит? C3 ферзь B3. Мат. Давай проверим, мне кажется, он его зевнет. Ну, контакт. Момент истины. Куда он отойдет? Или вообще не отойдет? А, не зевнул. Ну ладно. Ну ничего страшного, да, d4, там потом конь f5, ферзь b3 все равно. Мне кажется, он чисто... Ему повезло, что он не зевнул, он не видел. Стоп, ищем идею. Смотри, вот так вот. Зачем? Ты только что убил этого слона, зачем его вскрывать? И вот так вот. Ну я понял идею, да, красиво, но тупо. Ну ладно, прошло в этот раз. Да дай мат, что ты Да делаешь? сейчас, да подожди. Я хотел теперь с пункта B3. Какая разница? Я просто увидел, что я слона берешься. Гениальный ролик. Ничего не говори. Давай это следующее. Как это назвать это видео? Играем. Смешно.
смешанный ком. Да стоп, стоп. Можешь пойти за пешкой, извини, Кирилл. Да Хватит. ладно. Дай мне 10 ходов сделать. Сейчас сделаешь. Вторые 10 ходов. Ну, ферзь h5. Ну, так в этом и смысл. Мы съедаем фигуру. Это же тончайшая комбинация, ты не понимаешь. Вот смотри, белых безнадежно. Я всем рекомендую этот дебют. Собственной разработки. На d5 ты пойдешь уже? b5. А, ну он меняет, все отлично. И теперь мы получаем эндшпиль, у тебя белых 3 пешки за фигуру. Ну и сейчас фигура докажет свое превосходство путем унижения соперника. Что не да, да я пойду уже, а. Хорошо, пойди. Сейчас сделаешь хоть ход, вот типа d6. Хорошо, хоть так. Тупо отдать пешку это лучше. Да выведи ты его уже на f5. Ну дай. Да хватит. А ты его возвращаешь, что ли, там, нет? Сейчас напинаю тут как-нибудь. Ладно, берем важнейшую пешку, смотри. О, да. А что, сейчас мне все обсыпятся. Сейчас пойдет вот так вот. Я знаю. Вот поэтому сначала надо было побить вот так вот. Нет. Цели 5 пешек подряд. Теперь конь переходит на поле h8. Нет, на h8 неудачно стоит. На поле h3. Сейчас ферзь пройдет. Наш. А. Вот так. Вот и этот. Что, уже идет. Давай, доиграй, короче. Бля, 4 там красить. О, как отлично. 100. Я знал. Теперь я в тебя верю. До этого не верил. Нет. Вот, Никит, вот только я начал. Один ход. И да, все. Это магия Кирилл Шпирокова. Все, люди сыпятся. Давай. Да дай мне. Да стой ты. Ну ладно. По-моему, сильный гамбит. Смотри, мы испортили структуру. И более того, у нас лишний темп для рокировки. Сильно. Только нам не дадут ее сделать. Ужас. Это гамбит. Смотри, мы сейчас выиграем, просто вот ты даже не заметишь, как мы выиграем. Ну, конь на d4 идет. Смотри, он сейчас бьет на f3 и испортит себе всю позицию. Надо было пойти слон g5. Сейчас ладья по линии g включится. У него практически нет никаких шансов тут. Ой, а f4 надо было пойти, судья ферзь f3. Зачем эта идея? Он зевнет все. Да, я схожу f4. Так конь висит. Ну и с ним. С ним? Да. Так с ним. Ну давай f4. Я тебе говорю, идея. Хорошо, сейчас пойдем f4, успокойся. Нет, я хочу сам занести. Да дай мне фигуру. Вот все, f4. Что, не надо f4. Мы можем съесть. Кого-то можем съесть. Пешку. Надо было пойти f4. Пойдем f4, успокойся. Да надо сейчас идти f4. Все, f4. Зачем этот ход? Отлично, f4, давай. Да блять, давай. Ладно, бьем. Кого бить, зачем? Ладно, можно так. Сейчас мы выиграем. Я вообще не сомневаюсь в этом. Ты хочешь выиграть на своих условиях? Ты не той пешкой побил, ты разрушил. Вот смотри, сейчас ты увидишь, ничего ты не увидишь. Ты надеялся, что ты внес мат. Ты думал, мат в один ход? Мечты. Да, мечты не сбываются, к сожалению. Да вот же,
Вот же ферзь d4. Солнце 5, я вижу. Ну и что? Солнце 5, нормально. Погоди. Дай подумать. Ладья f7, взяли, взяли, король g6. Да, ничего нет. Ладно, фиг d4, согласен. Не знаю, что у нас солнце 5, но... Да, слышно, что она висит, мат. А, нет, не мат. Мат, там слон g3, фиг d2, потом... Ну давай так тогда быстрее только. f4, это видишь, это свершилось. f4 сыграно. Дай мелодию. Зачем тебе, ладья? Ты еще не дорос. Ну все, у него нет шахов. Все, дай мне, пожалуйста. Погоди, дай мне подумать. Я дам тебе управление, когда я подумаю. Может быть, мы выпускаем какой-то выигрыш сразу. Да дай, блин. Ты что ты делаешь? Я хочу дать мат. А я нет. Я знаю, поэтому тебе не даю управление. Нас разные задачи. Вот смотри, все, он в панике уже. Да какой паники, он просто покурить отошел. Паническое курение. Да мы мат уже даем, все. Сейчас он поэтому ладья d8. Ну мы и сыграем как-нибудь. Ставь на покой. Все, мы уже камбэкнулись. О боже. Все, Кстати, дай мне. Ну дай мне. здесь уже мат поклевывается, ты хочешь все испортить опять. Надо жертвовать. Да надо жертвовать. Нет. Так, ну. Вот так вот. Дай мне ферзя. Да срочно дай мне ферзя. У меня смотри, где. Ферзь f6. А, Нас нет. его возьмут. Блин, печально. Ну, ты скучный шмай. Согласен, эта идея была еще тупее. Надо вот здесь бить, да. Если у нас 6. Можно так. Какой d7, ферзь куда-нибудь. Ладно, сейчас флаг снесем. Нет. Ты просто... Играй так. Сейчас он пойдет король d7 и что делать? Брать на f7. Свин. Тебя хочу видео, теперь продлится часов 5. Сейчас будет ничего предлагать. Нет, мы играем на победу, повели короля. Да. На c6. А, он поведет когда? Я думал, мы куда нам податься? Слушай, давай сейчас. О. Глупо поиграть на победу, это нас радует. Сейчас же я его отложу за 40 секунд. Ты уверен? Абсолютно. b4 неприятная угроза. Почему не b4? Не успел. В смысле, уже там не то было. Да нет, сейчас все, уже шансов никаких. 37 секунд. Еще добавить. Он играет как в блиц. Он играет в блиц. Я сейчас открою сейчас в истину, наверное. Это на рапид больше похоже. Ну что? 9 минут уже. Да, он сейчас будет очень долго думать. Ты отдал пешку. Нет, я ее поменял. О, это так называется, да? Действительно, ее отдал. Ладно, никто не видел. Все идет по плану. Ты же знаешь, что она никуда не дойдет. Нет, она дойдет. Он ее за нее отдаст фигуру. Тяжелую. Нет, она даст за нее коня. Не сможет. Почему? Неудачно. Ну. Вот видишь, я ж тебе говорил. Я думаю, что он на него даст коня и ладью. Нет, все-таки только ладью. Конь b6, а.
Так, ну... Никита, очень много времени. Все за тебя. Я бы уже давно ему факс нес. А слабо ему в этой позиции флаг снести? Да, боюсь, что слабо. А6. О, тонко. Король G8 надо. О, все, мат. Ну, сейчас 8 минут будет думать. Недооцениваешь ты темную сторону силы. Нет, мы сейчас на белой стороне. Мы же добавляем время нашим соперникам. Мы только притворяемся. Так, ну... Ну, чего? Нам аплодируют, сейчас он сдастся. Это типичная процедура. А, ну да. Ну, закончим, 20 минут запись идет. Да, и она очень тупая. Всем пока. Всем спасибо.